В заключение хотелось бы отметить, что если вы вручную хотите увеличить температуру теплоносителя или температуру воздуха в помещении, а котел вам этого не разрешает, необходимо проверить, какая установлена мощность. Лучше всего, если это будет максимум. Необходимо проверить температуру теплоносителя. Она должна быть больше той, которая у вас есть фактически. И также температуру воздуха. Она должна быть больше той, которая существует в данный момент. А также необходимо проверить работу программ, а именно хронотермостата. Для ручной регулировки это должен быть 0. А в пользовательском меню проверить состояние функции погодозависимого регулирования. Удерживая среднюю клавишу, подаем питание. И в пункте P17 проверяем, должен быть 0. При всех этих установках компьютер не должен ограничивать ручное управление. И в заключение, поздравляем вас с разумным выбором отопительной техники. Не забывайте нас, мы развиваемся. Следите за новинками. We'll be right back.